Через левый фланг сейчас действует Гостих. Опасный удар, и мяч влетает в ворота нашей команды. Но вот сейчас за счет индивидуальных действий удалось пробраться к воротам. Вот тренеры иногда приберегают замены до того момента, как отыгран будет эпизод, в частности, угловой. А вот с пенальти интересно. Да, с пенальти не делают замен, согласен. Не делают замен. И гол. Ой, здорово пробил. Макеев без вариантов. Да, угадал Кырнац, но такой мяч, сильно в угол, да, я думаю, сам Буфон еще бы не даст. И замены помогли, сумели забить с пенальти, который, на мой взгляд, был очевидным. Но армейцы, думаю, все с этим согласятся, по игре были сегодня сильные. Да, совершенно верно. Тут двух мнений быть не может. А вот опасно сейчас может быть, удар! И гол! Подытоживали мы тут, да. Подытоживали. Ну, я сразу думаю, что нет уже времени для того, чтобы счет... Егор Денисов на поле. Ну что ж, Макеев против Лещука. Смотрим. Удар. Лещук отражает. И здесь Макеев добивает. Ну, на самом деле, предательски получилось в этом эпизоде. Мяч... Рикошет и угловой. Особенно не хватает игрока. Разряду опасных прям уж этот удар. На технику исполнил Кузьмин этот удар. А здесь, по-моему, Игорь Лещук немножко просчитался с моментом выхода из ворот. В последний момент дернулся назад и... И снова из опасной зоны бьют зенитовцы. Евгений Жариков. Affrontato da Carradori, va via, molto veloci, sguscianti, giocatori russi, entra in area e va sull'esterno della rete, ma insomma soffre l'Empoli quando i russi affondano i colpi. Movimento il nuovo entrato, subito il cambio di gioco, veloce, va alla conclusione Makeev, ribattuta, l'anticipo anche in fase difensiva. Ну вот, может быть, опасно, прострел, будет удар по воротам. Удар! Ну и сейчас лишь Алексей Тартаев, ставший на пути мяча, возможно, спас Краснодар от третьего гола. Yeah.
сыграл левый защитник «Зенита», подключившийся. И здесь уже наша ошибка. Удар в Лобанцева, ну и тот, так вы знаете, очень здорово амортизировал буквально выстрел. Извините, играет Роман Тугарев, номер 67-й. «Зенит» сейчас пошел в обыгрыш. Ой-ой-ой, это тот самый попортивший действительно. Игроки «Зенита» на скоростях сейчас пытаются убежать с мячом. Макеев достаточно неплохо, на самом деле, пробивал Макеев. И мяч попал в колено, по-моему, колор. Из Петербурга. Передача Пенчикову. Пенчиков во фланг отдает. Макеев с мячом. Защитники, собственно, выбили, и сейчас мяч у игроков «Зенита». Так вот, вернемся к тому, что иногда очень, иногда редко. Еще игроки «Зенита». Вот, промашу на «Зенита». Сегодня в Казани 2-3 градуса тепла. Погода, конечно, может быть и не совсем футбольная, прохладно, но тем не менее, напомним, что последний результат всегда непредсказуем. Пожалуй, самое непредсказуемое из игр с мячом. Поэтому, может быть, и такой 72-й номер гостей. Антон Синяк вводил мяч из-за боковой линии. И отобрали мяч. Здорово. Сулейманов. Получает шанс обыграть. Нет, третий раз, если быть точным. Третий раз один в один оставляет его с защитником. Первый раз он проиграл это единоборство. А два раза сыграл шикарно просто. И сейчас лишь штанга спасла от взятия ворот «Зенита». Еще одна замена у нас произошла. Володя Исраилян ушел с поля. Заменил его Андрей Шептий. С опасной атаки начинается второй тайм. С близкого расстояния. Алексей Покрудинов был героем прошлого выпуска предматчевого журнала. Рассказывал много интересных событий, историй из его и биографии, и футбольной, и нефутбольной. Буглио, только uno dei suoi primi palloni, poi Giacomel, palla difficile da controllare, la domesticano i russi, e anche bene, liberi sulla corsia di sinistra con ma che esordio nella via Reggio Cap. Un ottimo esordio.
la squadra di Simutenko. Fallo a favore dello Zenit, fischia Colombo. La gamba destra sembra sia stata trascinata dall'avversario. Magari lo rivedremo ancora questo contatto con il nostro replay, la regia guidata da Eddie Saia. Из Петербурга. Передача Пенчикову. Пенчиков во фланг отдает. Макеев с мячом. С правого фланга Зенит 2 пытается подойти к штрафной площади Краснодара 2. Зенита 2. С мячом Кирилл Макеев. Макеев у угла штрафной площади. Возвращается мяч назад. Контратаки уже не то, что не получится, они уже речь не идет. Это позиционная атака, в которой краснодарцы не преуспевают. Там хорошо корпус поставил Парадину. Кто-то из защитников Зенита. В воздухе редко кому проигрывает. Это его, несомненно, конек. Стоит одной команде выйти вперед. Вторая тут же сравнивает счет. Дмитрий Воробьев, индивидуальное мастерство высокое проявил. Забиты. Ждем еще. Поклонники Краснодара, конечно же, хотят, чтобы... Хозяева отличились, у всех, кто болеет за «Зенит», противоположные желания. Выходил в скамейки запасных, когда надо освежал, мяч, может быть, помогал команде попридержать. Сейчас он в основном составе. Так, атака «Зенита», и как здорово играет Вульф в этом эпизоде. Молодец, Саша.
4 позже краснодарцев вышли из раздевалки гости. Видимо, возымели свое дело, поскольку очень активно начинает эту игру «Зенит» и зарабатывает пенальти. L'Empoli con Olivieri a tu per tu con Goylo non l'ha sfruttata, ma in precedenza anche lo Zenit era andato vicino al gol con Kirilov. La palla di Giampai in precedenza con Penchikov. Una bella azione in velocità, abbiamo visto, ha fruttato il pareggio di Olivieri. Есть возможность завершить вот эти вот эту часть сезона, которая в 17 году и на в лидирующей тройке. Но надо отметить, что игра смотрится достаточно живо, и та и другая команда стремятся найти себя в атаке. Вот сейчас вперед рвется 66 номер гостей Самир Байрамов. Ну что же, команды поменялись воротами. Теперь слева футболисты ворота нашей команды, справа ворота «Зенита». Но и вот пока мы видим активно и продолжает «Зенит» контратаковать. Вот здесь уже ускорился «Зенит». До этого они более так вальяжно действовали. Напомню, что питерцы приехали в Москву, одержав 3 победы к ряду. Ну и, например, если Евгений Татаринов разминается, то, скорее всего, он заменит Юсупова. Именно такая замена и произошла в Краснодаре. Правда, уже совсем на последних минутах, где-то на 88-й минуте. Perde subito palla. Squadra di Dal Canto. Il colpo di tacco. Manovrano il limite dell'area. E poi c'è Giampa. Fuori gioco. Fuori gioco, sì.
Stanno perdendo portatori di palla della squadra toscana. Caplenco. Mettere in movimento il nuovo entrato. Subito il cambio di gioco. Veloce. E così dire dal canto dalla Under 17 proprio per le assenze, abbiamo detto, di Manicone, Damiani, Pejovic ed altri. Ora vediamo le formazioni, intanto partiti anche per questo secondo. Передача Пенчикову. Пенчиков во фланг отдает. Макеев с мячом. Макеев сам идет. Передача в штрафную. Не сумел сделать ни точную передачу, ни нанести удар. Контратака «Зенита». Миронов мяч подобрал. До Краснодара. Но на табло оно никакого отражения не находит. И обороняются санкт-петербуржцы неплохо. И Хохлова, которая сейчас руководит молодежной командой московского «Динамо». Вот такая статистика личных встреч. 0-0. Не хотелось бы повторения этого счета. С Юсуповым отыгрались партнеры на неточной передаче на Муромского. Обрез. Идет быстрая атака на наши ворота, но Некрасов прервал. Синистро. Lungo a cercare Makiev, affrontato da Carradori, va via, molto veloci, sguscianti, giocatori russi, entra in area e va sull'esterno.